Всем привет! Вы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм «Царевна в синем цвете». Данный карнавальный костюм также у нас еще шьется в красном цвете. Сегодня мы рассмотрим синий цвет. Вот так вот выглядит в упакованном виде костюм «Царевны». Можете посмотреть, что упаковки бывают разные. Упаковка может быть как вот такая, так и такая с ручкой. То есть производитель имеет право менять упаковочку. Вот у нас их много. Давайте откроем одну и посмотрим, как выглядит костюм «Царевны». Визитка интернет-магазина. И давайте рассмотрим костюм. Красный цвет абсолютно такой же костюмчик, только просто в красном цвете. Сегодня синий рассматриваем. В комплект у нас входит вот такой вот кокошник с тесьмой. Здесь золотистая по краю тесьма идет. Вот так вот выглядит кокошник. Сзади просто белого цвета и большие ленточки. Ленточки завязываются по голове в большой красивый бант. То есть вы можете регулировать уже по ребенку сами. Самостоятельно на голове размерчик. И помимо кокошника в комплект у нас входит ярко-синее платье. Вот такое вот синее платье. Посмотрите, оно расклешенное к низу. Посередине у нас идет белая тесьма с узорами. Рукавчики коротенькие у нас, как фонариком идут, беленькие. Здесь у нас резиночка тянется. Также золотистая тесьма. Сзади сарафанчик выглядит вот так. То есть от талии он идет расклешенный. И сзади он на липучке, то есть вот по спинке идет у нас липучка. Вот вы можете расстегивать и регулировать липучку. Вот полностью комплект «Царевны синий», то есть такое замечательное платьице свободного покроя и кокошник. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru.